рассмотрим сценарий, когда на склад в Евросоюзе прибывают различные грузы, накапливаются там и затем отправляются, например, в Россию в виде одной отгрузки. Ну, предположим, на склад приходит контейнер, да? Проведем все необходимые документы, которые связаны с логистической составляющей и финансовой тоже. Значит, создаем работу по выгрузке товаров на склад, вне зависимости от того, как они будут грузиться. Так, указываем клиента, для которого принимаем груз на складе. Ну, например, какой-нибудь такой. Дальше в работу добавляем, например, разгрузочный рапорт, если груз приходит на склад. Предположим, в данном случае разгрузка осуществлялась там, не знаю, месяц назад. И пришел товар, ну, например, чай. Предположим, это 10 упаковок весом, не знаю, 3 килограмма, объемом 0,5 километра. На скидку. Дальше у нас есть у этой работы клиент такой-то, у следующей работы клиент будет другой. Создаем мы для него новую работу. Выбираем клиента. Там. И точно так же создаем разгрузочный рапорт. Так. Предположим, здесь будет какой-нибудь карго. Кофе. Ну, предположим, будет, не знаю, 40 коробок весом 400 килограмм. Хорошо. Теперь, предположим, есть третий груз, например, в контейнере приходил. Тоже его выгрузим на склад. Так. Ну, какой-нибудь компании. Предположим, в контейнере был груз. Занесем информацию про контейнер. Я буду заносить только, конечно, символические вещи, которые достаточны для проведения. Например, номер контейнера. Там. НЛУ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тип контейнера. Например, дата прихода. В мае. Релиз полученный там в конце июня. И так далее. Можно, в принципе, остальное ничего не заносить. Так, следующий этап. Это мы этот контейнер. Этот контейнер выгрузим на склад. Так, для этого прямо здесь создадим разгрузочный рапорт. Контейнер выгружается, и можно указать товары, которые в нем находятся. Ну, для интереса, пускай у нас эти товары находятся там, не знаю, в десятках разных позиций, и мы импортируем эти данные прямо из Excel. И здесь скажем, что это будет, не знаю, сахар, а здесь будет, пускай это у нас будет
соль. Так, место не будем указывать. Пускай у нас будет там какое-то количество. Цену, товар тоже не будем указывать. Таможенный код. Ну, можно указывать, можно не указывать. По желанию все. Хорошо, если у нас есть источник данных, которые мы преобразуем вот в эту Excel-табличку, то мы несложным образом получим все эти данные в программе. Вернемся в программу, убедимся, что у нас там количество правильное указано. Сделали. Итак, у нас что получилось? У нас получилось три груза, лежащих на складе. Каждый принадлежит разным клиентам. Мы еще не знаем, как он будет уходить, но если бы он хотел уйти в одной машине, то что нужно понимать? Нужно понимать, что работа с загрузкой товара не обязательно будет там же, где выгрузка. Следовательно, для загрузки товара, любого клиента, мы можем создать отдельную работу. И вот это я здесь и создам, чтобы показать, как можно загрузить загрузочный рапорт товара разных клиентов. И как потом эта работа на самом деле автоматически становится связанной с работами по выгрузке. Создадим работу и назовем ее, например, клиента можем вообще не указывать, можем указать какого-то там типового одного или там консолидации его назвать. Вот, тип укажем для красоты, тоже это не обязательно делать, да? Но мы в работу создадим загрузочный рапорт. И в загрузочном рапорте могут указаться товары разных клиентов. Это совершенно логично и не запрещается программой. Добавляем позиции. По умолчанию, так как мы клиенты не указали, скорее всего, отобразятся все позиции всех клиентов. Но нас интересуют только те, которые выгружались сегодня. И, предположим, мы хотим грузить, ну, то, что сегодня уходило. Пришло, да? Грузим это. Вот это. Вот это. И вот это. Сделаем. Можем поменять количество, в котором товар грузился, поставить, скажем, там меньшее количество, скажем, 20 коробок или 5 коробок здесь. Да. Указать номер машины, который забирает этот товар, перевозчика. Там какой-нибудь перевозчик, пускай будет вот такой. Грузовик у него какой-нибудь, да? Какой-нибудь номер прицепа. Документ, по которому это все будет уходить. Вообще это может быть транзитная декларация, скажем, например, Т1 какая-нибудь, да? Которую мы можем прямо из программы сделать, конечно же. Вот загрузочный рапорт готов. Что важно видеть для того, чтобы понимать, что это консолидированная загрузка? Важно видеть те разгрузочные рапорта, с которыми она связана, а в разгрузочных рапортах, с которыми она связана, хорошо бы видеть те загрузочные рапорта и те работы, с которыми эта связь существует. Вот для этого мы можем сейчас зайти в работу прямо отсюда и посмотреть, как она выглядит. В данном случае вид, который здесь отображается, он специально был настроен для обслуживания консолидированных грузов. И поэтому в складской форме сток должно отображаться не просто номер загрузочного рапорта в этой работе, да? Есть загрузка LD116, но вдобавок к загрузке указываются все выгрузки, точнее все работы со всеми выгрузками, да, которые связаны с этой загрузкой, то есть, грубо говоря, все те товары, которые грузились. И вот здесь видно, что с работой 292 связана работа 289, 290 и 291.
И точно так же, прямо если отсюда мы откроем работу, например, 291, то мы увидим, что в работе номер 291 у нас присутствует контейнер, разгрузочный рапорт 17.5, и он связан с работой 292 с загрузкой такой-то. Это очень удобно, потому что позволяет в разных работах видеть связи с другими работами и, соответственно, как-то учитывать их для, например, работы со счетами или для выставления, для создания документов и так далее. То есть все это настраивается, конечно же, под конкретную компанию. Для наглядности, ну и для чистоты эксперимента, оформим те документы, которые должны были быть сделаны вместе с загрузочным рапортом. Для отправки грузовика в Россию понадобилось бы сделать по меньшей мере транспортную накладную и транзитную декларацию. Но так у нас данные уже есть, то из загрузочного рапорта без проблем можно сделать транзитную декларацию, например, сделав СМР, которая, конечно же, подхватывает сразу данные из загрузочного рапорта. Собственно, останется указать только там отправителя, получателя, условия доставки. Так, место загрузки, ну, предположим, Таллин. Граница. Какие не бывают границы? Муга. Место выгрузки. Назначение. Ну и остальные сведения могут заполняться отсюда, да? Распечатаем СМР-ку. Посмотрим на нее. Она готова. Так. Следующий документ, который нам может понадобиться, который можно сделать прямо отсюда, это транзитная декларация. Собственно, сделали транзитную декларацию. Недостающую информацию можно ее дополнить. Здесь видно, что таможенные коды, которые мы указали при разгрузке, они, собственно, переходят в транзитную декларацию. Недостающую можем указать прямо отсюда. Ну и любую другую недостающую информацию. Собственно, что у нас получилось? У нас получилась работа с загрузкой, в которой загрузочный рапорт, СМР-ка, транзитная декларация. И мы видим прямо с работы с этой, что с какими выгрузками она связана. В работах по выгрузке мы, конечно же, видим документы и всю информацию, которая связана с выгрузкой. И видим те загрузочные рапорта, или тот один единственный в данном случае загрузочный рапорт, с которым она связана. Вот таким вот образом. Хорошо. Собственно, где можно посмотреть на все это вместе? Можно открыть журнал. И для него сделан специальный фильтр, который называется Consolidation Load, по-моему. Consolidated Load. Собственно, он отображает все те работы, которые связаны с соответствующей загрузкой. Да, проверим. Да, лот 116. Да, вернемся к журналу. Значит, сконсолидированная загрузка. Значит, LD 116. И вот они, наши работы. Если я сейчас переключусь на режим просмотра консолидированных работ, то на выходе мы получим такую картину. Мы будем видеть работы, которые были с выгрузкой связаны,
да, и работу, в которой сам загрузочный рапорт находится. И мы видим, что в каждой работе она адресована какой-то загрузке. И, соответственно, работа с загрузкой, она связана с какими-то работами с выгрузкой. Да, вот эти вот номерочки, они совпадают. Хорошо. На этом логистическая часть проблемы решается полностью таким образом, да, потому что работы, там, грузы, принадлежащие разным клиентам, в одной машине консолидированно уехали в Россию. Теперь, что касается финансовой части. Собственно, точно так же, как у нас регистрируются любые другие там, работы или типы работ, можно заносить затраты, которые связаны с каждой работой, каждой выгрузкой, каждым товаром, да, по отдельности, и привязывать их к соответствующим работам. Можно прикреплять затраты к работе, которая связана с загрузкой, да, то есть, например, к транспортировке целиком. Предположим, транспортировка не своя, и груз, перевозка покупалась, да, соответственно, будет затрата по приходу, затрата по покупке фрахта, транспортного, да, и счет выставляться может на разные компании, например, для покрытия этой затраты. Ну, вот, для примера, зарегистрируем какие-нибудь затраты, которые связаны непосредственно с каким-то грузом, например, документарные какие-нибудь затраты, да, и затрату, которая связана с транспортировкой груза, она будет общая для всех. Создадим, собственно, зарегистрируем входящий счет. Предположим, на работу 289 пришло оформление документов. Мы его сейчас занесем. Значит, создадим новый входящий счет. Укажем поставщика услуг. Ну, предположим, DHL. Так, здесь выберем номер счета и укажем номер счета. Даты, когда он пришел, когда его надо оплатить. И привяжем строчку счета к работе 289. Далее в этой строке укажем, за что нам пришел счет. Ну, предположим, документы. Сделали. Предположим, следующий счет, который нам пришел, он пришел от транспортной компании за транспортировку, за перевозку Таллин-Россия. Создадим новый счет прямо отсюда. Предположим, это какая-нибудь транспортная компания с каким-то другим счетом. Выставил эту транспортировку. Сама работа, в которой хранится загрузочный рапорт, и в которой оформлялась транспортировка, она имеет номер 292. Соответственно, и мы привяжем наш счет к работе 292. У нее нет клиента, но тем не менее она существует. Пускай будет здесь Transportation. Автоматически из СМР-ки подставились данные о начале и конце маршрута, номер машины, дата. Все это настраивается, конечно же. Предположим, сумма перевозки была какая-нибудь нестандартная. Сделали. Валюта, предположим, счета была в долларах. Вот даже регистрация этого счета, она уже позволяет видеть те затраты, которые, ну, приходились на соответствующие, на соответствующую загрузку. Вот отсюда мы видим уже, да, что у нас есть консолидированная загрузка, в которой какая-то затрата, какие-то затраты, или какая-то, в данном случае, одна прикрепляется к работе с разгрузочным рапортом, какие-то затраты прикрепляются к работе с самой перевозкой.
И, в общем-то, общая картина отсюда тоже видна. То есть, если бы был бы отчет, который показывает, что всего по этой консолидированной загрузке было вот столько-то затрат, да, и выставлялось столько-то счетов, можно в каждую работу отдельный счет выставлять, можно выставлять все счета там, в одной работе, большого значения не имеет, скорее из практического соображения можно это как-то настраивать. Далее понадобится выставить счета разным клиентам за оказанные услуги. Причем в зависимости от логики компании, бизнес-логики компании, может понадобиться там, пропорционально делить стоимость перевозки между теми, кто ее перевозил. Может быть по весу, может быть там просто нацело и так далее. В зависимости от потребностей разные могут применяться алгоритмы. Но в конечном итоге что хочется получить? Да, хочется получить несколько счетов в каждой работе, да, или один счет в каждой работе, которые бы покрывали затрату по перевозке данного груза. Ну, предположим, давайте запланируем выставить по каждому из этих заказчиков счет. Я открываю работу, и в первой работе, которая открывается, мы должны увидеть затрату входящую, которую мы сразу перевыставим в план будущих счетов. Но, предположим, выставлять мы планируем не 50 евро, а, предположим, 70, какую-то другую величину. Следующее, что мы можем захотеть сделать, это, собственно, выставить за транспортировку. И мы здесь выберем слово transportation и укажем ту сумму, которую хочется выставить конкретно этому заказчику за транспортировку. Так как в этой работе нет СМР-ки, то автоматически строчка не появилась с перевозом. Хотя можно было бы настроить программу так, чтобы при выборе платежа, который бы мог называться Consolidation Load или Consolidated Transportation, текст для будущего счета и величина счета могли бы рассчитываться, исходя из тех затрат, которые имеются в работе с загрузочным рапортом. В данном случае мы сделаем просто вручную. Предположим, $900 поставим. Запланируем выставить, ну и, предположим, сразу их выставим в новом счете. Добавляю позиции все. Так как счет у нас получился мультивалютный, то мы можем выбрать курс обмена, и если курс позволяет, то у нас сумма счета пересчитается автоматически. Собственно, в данном случае заказчика выставляем счет в евро на такую-то сумму. А следующий счет, который нам понадобится выставить, это за следующую работу. Здесь точно так же выбираем transportation, например. Предположим, в данном конкретном случае этому заказчику нужно выставить 80 евро, долларов, да, может быть и евро. Сразу выставим этот счет. Может быть, в этом случае добавляется какая-нибудь статья НТС отдельная, может быть, не добавляется, все по желанию. Ну и последняя работа, в которой мы выставим тоже счет. Здесь мы можем учесть те затраты, которые связаны с контейнером, например, самим. Например, там, с Телеко, портовые сборы. Аренда контейнерной площадки. Ну, предположим, у нас дата забора контейнера не стоит здесь, но мы
можем проставить, и тогда аренда контейнерной площадки будет считаться правильно. Так, ну и сама транспортировка, да? Конечно же, сами платежи могут быть индивидуально настроены под заказчика, могут называться по-другому, могут использовать совершенно другой текст для генерации документов и так далее. Выставим счет. Так, предположим, в данном случае мы хотим выставить счет в рублях по курсу, который мог быть задан когда-нибудь. Вот, счет получился такой-то. Можем для красоты его, наверное, распечатать. Так. Хорошо. Как изменился журнал в этот момент? Если мы снова его обновим, мы будем видеть непосредственно все счета, которые выставлялись по каждой из работ. И несмотря на то, что, например, в работе с загрузкой у нас не выставлялось счетов, то в работе со всеми связанными выгрузками у нас счета выставлялись, и они учитывали те затраты, которые мы понесли в работе с загрузкой. Если понадобится сделать отчет в Excel по какой-то консолидированной загрузке, то все тоже возможно, делается под заказчика, настраивается, в общем-то, для учета любых нюансов, которые есть у каждой компании. Ну вот, наверное, и все. Спасибо за внимание.